В Омск прибыла молодежная делегация Калининградской области. Идея более тесных связей регионов зародилась 2 года назад. Тогда калининградцы приезжали в наш город на российско-казахстанский форум. Их заинтересовали успехи амичей, и теперь они решили получше познакомиться с проектами молодежи нашего региона. Знаем, у вас очень развитое медицинское направление, да, готовится, у нас есть как раз нехватка кадров по этому поводу. Хотелось бы, чтобы ребята смогли поговорить, рассказали, какие у нас интересные перспективы, да, и вполне возможно, специалисты из Омской области уже поработали бы непосредственно в Калининграде. Это и представители студенческих отрядов, да, потому что это на сегодняшний день самая мобильная группа молодежи, которые работают не только в пределах нашей страны, но у них есть и, по крайней мере, до коронавирусной ситуации были и международные экспроекты. Это и добровольцы, потому что сейчас очень активно развивается это движение. Свое путешествие по Омску калининградцы начали с посещения главных достопримечательностей нашего города. Большой интерес вызвала экскурсия по территории Омской крепости. Гости обнаружили много совпадающих моментов в истории, архитектуре Омска и Калининграда. На территории нашей области Калининградской сохранилось довольно-таки много замков, довольно-таки много различных немецких достопримечательностей. Также и в Омске есть крепости, есть замки, есть архитектурные сооружения, которые, ну, так или иначе связаны, очень похожи. Завтра гостей ждет деловая программа. Они смогут познакомиться с деятельностью ресурсных центров добровольчества Омской области, посетить музей дизайна и технологий Омского государственного технического университета и пообщаться со студентами вуза. Кроме того, калининградцы побывают в мультиформатном пространстве «Создание», на студенческом конкурсе «Труд крут», а также встретятся с представителями молодежного правительства Омской области.